Как же давно я этого не говорил. Всем ритус, вы на канале Егора, и сегодня мы играем во Friday Night Funkin'. Кстати, оно очень громкое, так что я сделаю потише. Никто же не против, надеюсь. Все. И сегодня мы проходим эту игру. Так как я нубло, я буду играть на ЭАСы. Да, я играл в это чуть-чуть уже. Погнали. Туториал так. У меня был опыт игры в, игры в таких играх. Например, Robits Roblox. Так, поехали. Да, нам сначала показывают, а мы должны повторить на стрелочках. Ну, либо же на WSD. А мне на стрелках удобно. В будущем будем еще моды для этой игры проходить. И также седьмую неделю этой игры, которая давно вышла. Да, тут главы, это типа главы, но как бы они называются неделями. Туц, тоц, туц, тац. Тыц, ап. Тыц, тыц, та. Ту, тю, та. Так, это уже посложнее пошло. И мы переходим к неделе 1. Ага. Это ее батька. Так, ну что, тут 3 песни у нас. И вообще почти во всех неделях 3 песни. Так, это удерживалки у нас. Почему мне нравится вот эта анимация, на когда на правую нажимаешь? Тунтан. Я отлично ритм могу повторять песни. О, пипа. У меня до хрена модов для этой игры, так что можем пройти, в принципе. Отлично. Первую песенку прошли. Она была не очень сложной. Кстати, она плачет, я только что заметил. Я только что заметил, что она плачет, серьезно. Я думаю, сегодня мы пройдем 3 недельки. Ты-то. Отлично. Надеюсь, услышите, как у меня клавиши нажимаются. У меня микрофон упал от такого поворота. Я настолько сильно обрался, что у меня микрофон улетел просто. Я уже буду вырезать каким-то моментом хз. Потому что это слишком долго все. О, ни хрена быстро-то пошло.
сбился. Я сбился. А, отлично. И у нас Вик 2, довольно сложная неделя. Потому что у меня друг прошел все песни с первой попытки. И только на этой неделе он умудрился слиться. 3, 2, 1, он проходил на нормале. Первая песня тут довольно легкая. А вот вторая настоящий капец уже. Довольно, ну, такой средненький момент. Не знаю, но на рэп-баттлы это не очень похоже. Хотя музычка довольно кайфовая. Я еще знаю, что тут многие персонажи были придуманы не самим автором. Если я ошибаюсь, то самим автором были придуманы вот этот батька, которым мы еще сражались, вот эта девка, а вроде... А почти все еще другие персонажи, они были придуманы не автором. И там еще мама потом будет этой девки. Вот, вот вторая песня, она очень сильно, кстати, разверсилась еще в ТикТоке, и она очень довольно хардкорная на всех сложностях. Вот это довольно идет изично все. Если удачно про... Вот, вот, тот самый момент, который меня просто раздражает. Вот это тоже слово хардкорное. Если у нас получится это пройти, то я просто похлопаю себе. После этой песенки я расскажу, почему я так долго пропадал. О, я смог! Я похлопал себе, как и обещал. Теперь давайте я вам лучше расскажу, почему я пропадал. Да пропадал я, потому что у меня был завал просто в ВПР. Я недавно писал в ВПР, и просто был большой завал. Меня просто завалили домашкой и подготовками всеми. Но, к слава богу, сегодня, 21 апреля, я написал последний ВПР, и я свободен. Мне осталось звучить совсем чуть-чуть, и летом будет просто куча контента пилить, постараюсь. Ну а мы переходим к третьей неделе. Это Пику, он взят из игры Пику Шку, если не ошибаюсь, она вроде бы еще в 90-х была сделана, если не ошибаюсь. Кстати, разрабы недавно Kickstarter еще создали, так это все бетка пока что еще. И там уже около 700 тысяч долларов набралось на момент записи. О, бузанчик кайфов. И пишите в комменты, какие моды пройти.
Первая песня пройдена. Из трех. О, моя любимая. О, кайфу прям момент. Кстати, подписывайтесь на мой ТикТок и заходите на мой Дискорд сервер, он будет в описании, это все. Третья песня тоже очень кайфовая, прям. Первая такая средненькая, вот вторая и третья прям кайфовые. Для кого-то, конечно, только третья, но для меня обе. Теперь я что мог сделать, кстати? Ну я лучше уберу это. Юху! И того мы прошли уже 3 недели. А дальше нас ждет 4-й день, просто хрень сложная, имеется в виду. А 5-й и 6-й уже не суперсложные. Ну на этом мы закончим, пожалуй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на Дискорд, подписывайтесь на ТикТок. Всем покеда!